результат всегда закономерен, он отображает, потому что если на табло счет такой, значит, он закономерный. И в целом, если оценивать две команды, то есть игра была равна, потому что мы в каких-то компонентах мы были лучше соперника, да, в каких-то эпизодах соперник был более удачлив, играл правильно. Но то, что даже те, что подходы и реализация, удары, да, то есть нужно реализовывать нам именно завершающую стадию, нужно воплощать в реализацию моментов, но моменты были. В целом, мы, конечно, огорчены, что сыграли ничью, потому что мы хотели победить и хотели победить с первой минуты. Вот, но не сложилось. Значит, надо работать лучше, качественнее и двигаться дальше. Понравились ли вам футболки, в которых ваша команда вышла на построение? Да, футболки понравились. Футболки, на мой взгляд, олицетворяют наших болельщиков. Потому что это для нас это важно. Это и есть факел, это и есть Воронеж. То есть вот это единение, оно очень важно. И мы благодарны болельщикам, которые нас поддерживали. Несмотря на погодные условия, все равно пришли и поддерживали. И верили до конца, что мы сможем сделать что-то больше. И мы должны делать что-то большее. Но, знаешь, будем прибавлять.